Мне нужен психиатр. Где мои мозги? Слюни на щеках, соплей пузыри. Да. Эту игру стоит запретить за стимулирование желания покончить с собой. В жопу. Как объяснить весь этот бред собачий? Что здесь происходит? Все! Бред Стой! Собачий. Ждем. Ну и где патруль? Угу, вот он. Не понимаю, почему каждый раз то они замечают, то не замечают. Они уже все развернулись. Какую, кто заметил вообще? Кто мог заметить? Что это такое? Как? Каким образом? Что происходит? Почему? Они замечают? Или не замечают? Какого черта происходит? Одним словом. В чем логика действий? А логика в том, что логики нахрен нету. Все! Стой! Так. Вне боя положение. Спешиться. Господа, вам нужно спешиться с ваших ног. М-да. А ты готов заткнуться? Такой вот вопрос неожиданный. Ни хрена тут нету. Опять заметь. Прекрасно. Прекрасно, все лежат в высокой траве. И вдруг, по какой-то непонятной причине, ефрейтор немецких войск замечает моего подопечного, который, видимо, пукнул на весь лес, так что все птицы, блин, улетели. Сразу всколыхнулись, порхнули и сдохли, на землю повалились трупами. Что они там рыгают, пукают, я не знаю, что еще делают. Свистульку гоняют. Так что слышно шуршание за километр. Что? Как? Что за рандомная ситуация? Постоянно происходит. Почему они делают вот так вот полукруг? Хотя они должны вот так вот следовать за мной. Точно по линии. Куда вы ползете, дурни, господи? Ей-богу, имбецилы. Как еще назовешь? Сейчас по-любому заметят. По непонятным причинам. А, понятная причина. Нет, непонятно. Снайпер. Все уже отвернулись. И вдруг снайпер громко-грозно пернул. Мемуары ходячего мертвеца. Примерно вот так вот. Такую книжку надо написать капитану этого разведотделения, за которого я играю лично. Мы были уже в темноте.
Казалось, что все позади. Все главные препятствия пройдены. И вдруг снайпер Вася, поевший вчера антисоветского буррито, перданул так смачно, что аж обосрался. Естественно, на запах танкисты развернули свою пушку, выстрелили прямо в задницу Васе. Газ в кишечнике Василия детонировал. И, собственно говоря, так мы провели первые советские испытания ядерной бомбы. Говно все это. Жесть. Все! Направление! Дерево! Северо-запад! Слышите вы, дубы, идите к дереву. Хе-хей! А в чем прикол? Кто там так шуршит? Я не понимаю, кто там так шуршит? Так что нас замечает за 100 метров. Причем рандомным образом, я не знаю. Хоть ты двигайся, хоть ты не двигайся. Без движения мои бойцы вообще должны быть незаметны. Все! Направление! Дерево! Север! Че вы боком скачете, дурни? Реально, вот туда-сюда, как бабушки вот такие вот, покалеченные еще. С больными ногами. Как бабушки реально передвигаются. Здрасте, приехали. Триггер сработал на этот раз. Нас не заметили, но кто-то врубил триггер. Реально, хоть бы линии нарисовали. Куда этим дебилам рваться нельзя? Все! Направление! Дерево! Запад! Просто ползите. Просто ползите. Хендехох. Замечательно. Патруль заметил нас. С дороги. С дороги заметили. Прекрасно. Не, ну это жуть, ребят. Это просто на самом деле жуть уже какая-то. Это... Я знаю, этим фрицам американцы по... поставили вооружение, блин. Теперь у них там баррелы с лазерными лучами, с инфракрасными, и ПНВ. Разрабов надо посадить за антироссийское поведение. Вот просто. Здесь советские солдаты выставлены такими нереальными дебилами, что любой ветеран ужаснулся бы. Здрасте, приехали опять 25. Зато немецкие солдаты самые умные, самые внимательные в мире. Просто нереально. Это что-то на уровне Робокопа или даже выше. Знаете, вот. Может быть, Терминатора. С автоопределителем цели и автоответчиком. Здравствуйте, терминатор сейчас занят, он убивает людей. Можете позвонить ему через 15 минут, пожалуйста? Да какого хрена здесь вообще? Что за полтергейст? Полтерфриц. Что каждый раз происходит-то?
При том, что тут тени, как на Луне, знаете, вот просто кромешная тьма. Все здесь. Готов открыть огонь! Все! Открыть огонь! Там реально растяжки или что? Я не понимаю. Ну нет, не должно быть здесь растяжек-то. Эй, такси приехало. Новое такси лесничок. Второй. Убит. Такси лесничок, блин. Задает всех ваших приятелей, чтобы вы могли с комфортом устроиться в нашем такси. Лесничок. 75 миллиметров. Все! Короче, тварь, не двигаться. Не держи цель. Не держи цель. Только сдвиньтесь с места. Эй! Весело, весело встретим свою смерть. Стоит, короче. Все! Действуем скрытно! Сейчас на триггер нарвутся. Боец по фронту. 100 метров. По тылу. Пехота. 50 метров. Пехота. По фронту. 100 метров. По фронту. Боец. Среднее расстояние. По фронту. Боец. Эй! Вот базар, а, посмотрите на это зомби-скопление. Это диагноз, господа. Это диагноз. Открывай, Херли. Открывай огонь. А почему бы и нет? Давай повеселимся. Оп, ослушался приказ. Молодец. А сейчас бы скрылись. Сейчас бы скрылись, что? Не верите? 100% сейчас бы скрылись. Действуем скрытно! Да какого хрена он сюда-то идет? Ну ё-моё! Чё это такое? Чит немецкий. Всем стоять. Стой! Понял вас. Держи цель. Стоять, не держать цель. Не двигаться просто, ни шороху. Какого хрена танк тут прыгает? Прыгающие танки. Знаю, прыгающие рыбы, прыгающие мины, прыгающие акробаты, но прыгающие танки... А, ну это у нас, Т-90. Но точно не Panzerkampfwagen 4, блин. Готов открыть огонь. Вижу цель.
Вот этот фриц, что, он решил поссать или посрать в кусты, я не понимаю.